Приветствую всех зрителей канала в игрушке Хранители, часть вторая. Что тут обучение еще есть? Обучение, я думаю, пройдем по ходу. Итак, первую часть мы с вами прошли за Роршаха, поэтому вторую, я думаю, стоит пройти за Ночную Сову. Посмотреть, что он нам предложит. Jesus, Rorschach, don't you ever knock? Never bothered you before, Daniel. With the strike on, the crazies have been out in force. More than usual, anyway. Need your help. Girl's missing. Her family received package. One girl? You're concerned about one girl when this city's about to erupt? Listen, I'd like to help, but I've got to put Archie back together if we're gonna have some chance of keeping the peace. Just watch film with me. Where did the parents get this? Good Samaritan. Or blackmailer. They didn't say. I'm sorry, Headmistress. I didn't mean to. Shh. Please don't. Headmistress, I... That's all there is? Who was molesting her is real question. Hold on a sec. This is a new lens I developed. Know the place. Let's go. Whoa, I told you. I gotta fix Archie. Fine. Your hands will stay cleaner that way. Oh, please. Not another Grice. That's that over there. So, this must be it over here. Как раз таки то, о чем я говорил в первой части, что есть тут одна интересная локация. Need to find Violet Green. Probably captive somewhere in this building. Ну что, ребятки, с возвращением. Так, а он не откатывается. Прикольно. Воу-воу-воу. Чё? Ну, хоть на добивание даст, посмотрим. Ух ты ж, ножницы, ножницы, вы посмотрите. Прием практически как у Скорпиона в 9-м Mortal Kombat. Нифига себе, у него удар ногой. Здрасте. Ну, блин, какое-то странное добивание. Так, 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 так. Настройки, субтитры. А то здесь опять-таки непонятно. Как говорится, если вам меньше 18, то отведите своих детей от экрана. О, прикольно. Слышь, ты зачем выпустил эту бутылку? Блин, ну его блок мне намного больше нравится. Единственное, что я не могу в блоке отходить от атакующего. Так, а как он там? Так, значит... Блин, если бы это была какая-нибудь женщина-кошка, я так понимаю, что этот удар был бы еще и очень зрелищным.
Нормас, контрудар. Так, ну вроде все. О, Роршах уже залетел. Так, ему там, по-моему, уже ничего не нужно. Ох, ничего себе. Да в этой серии поинтереснее будет, в этой части. Так, Роршах у нас еще умел хватать. Так, это тоже умеет. Ты где там? У-у-у, вот это да. Но стоит сказать. Давай. Ох, нифига себе. Блин, ну эта часть, конечно, мне поболее нравится, чем предыдущая. В плане приемов. Или может это просто сова такой? Ты долго будешь, что ли? Офигенский, офигенский. Что там еще кто-то остался? А, он еще встать хочет. Дай-ка, дай-ка, это мой. Что они там без остановки будут бегать? Так, а как туда? Ага. А я здесь типа танцую вообще. Нормально у тебя все, Роша? А то оттуда залазь. Два за 4 часа. Тут у совы заряд-то не кончается. Так, ну по всей видимости нам сюда, но на всякий случай пробежимся. То есть как бы подразумевается, что у совы у нас уже все приемы открыты, я так понимаю. Что, ребятки, кто? О, здорово. Ах, ты же зараза. Блин, ну с ногами-то повеселее. Намного. Все-таки это должно быть дальней дистанции, так плюс это еще и зрелищно. Так, а что у него на Q? И все. Че стоим смотрим? Давай. Не-не-не-не-не, так не пойдет. Так, ну теперь я должен поднимать, видимо, эти ворота. Как это сделать? В смысле, нажимайте F. А, это надо несколько раз. Я думал просто прожать. Роша, зараза, давай быстрей.
Все, давай, удачи. Как он быстро дверь мне открыл. А, это не он мне ее открыл. Что-то мне кажется, если бы я сейчас за Рошиха играл, во-первых, у меня не было бы ярости. Во-вторых, мне бы уже наваляли тут. Сова мне определенно нравится больше. Не в ту сторону. Ты что там достал из-за спины? Что, целиться ты не учитель, что ли? Только побежали в открытые двери. Ты тоже отсюда живым не выйдешь. Ну чё, кто? А ты же зараза, не успел. Блин, он так прикольно бутылку выкидывает. Перед этим зажимаю ее в руках, чтобы посмотреть, что же это такое. Блин, на серии ударов классные. При контратаке. Что, кто-то остался, что ли? Блин, они похожи на этих из Крестного Отца. На мафию. Там наши сподручные точно так же выглядели. Или можно было их таковыми сделать? Так, а это что такое? Удерживаем. Ну, сейчас, когда у нас есть сова, можно не беспокоиться за большое количество бойцов. Не правда ли, ребятки? Он со мной согласен. Просто один удар и сразу же в защиту. Офигенно. Ну или не сразу. Ах ты же зараза, он разбил ее от меня. Блин, здесь больше смотришь, чем проходишь. Только почему здесь Виолетта? У нас события первой части вообще на другом закончились. Да давай. Было бы прикольно, если бы пальцы еще там отрубило. О, не-не-не, это очень большой урон от этого ключа.
Чё ты не берешь, что ли? А было бы интересно, если бы гарпун, который используется вам для поднятия на вершины какие-то. Чё, рожь их не может дернуть, что ли? На высоту. Если бы его можно было использовать вместо орудия, оружия, там, не знаю, средних и дальних дистанций. Чё, кто хочет первым? А ты тот еще извращенец. Ох, нифига себе. Ну, я вижу, что ты еще жив. Да повернись ты к нему. А что ты не видел, Рошу их использует эти приемы или нет? Как бы... Его приемы нам уже знакомы, и если он их начнет использовать, мы это увидим. Так, а что куда? Ну и, собственно говоря... На этом наше приключение в интересных местах, скорее всего, заканчивается. Там за углом кто-то стоит. В смысле? Ты же был оглушен. Так, это ты был нагнал, что нет, нормально. Не понял, тут за углом кто-то стоял. О, блин, ты что так пугаешь-то? А, так тут еще продолжение. О, подметочка. А, так мы здесь уже были. О, нифига, эти двое откуда прилетели. Ну, давай. А в смысле? Так, я понял, у него заряд тратится, если его бьют. Чего умираешь? Ну, давай. Так, опять-таки полный заряд, но он мне уже и не нужен. Я думал эту толпу раскидать с помощью приступа ярости, как у Роржиха. Только приступа заряда в данном случае. Но, как вы видите, это уже и не нужно. Когда не получилось свалить без палева. А что это вы там делали в примерочных? Или это стоп? Или это приватки? Это что за фигня? Это как в этом? Постеле.
Там тоже надо было в кабинку зайти, только немножечко другое действо происходило. Причем модельки те же самые, что и в клетках. В смысле, привет, мальчики. Это кто сказал? А, так... Так сказать, можно все изнутри посмотреть. Это не наша дверь. Hang on a sec, partner. I'll see if I can open this door. А как? Через ту? Не, нифига. Выйди, как говорит напарник. А, вон оно что. Что-то когда я играл за Роша, сова не испытывала таких сложностей при открытии. А. Здрасте. Рошах. А я думал, он пошел рычажок дергать. Но, судя по всему, он пошел дергать другой рычажок после увиденного. Воу, ребятки. Ух ты. Что я могу? Блин, ребят, опоздаете, опоздаете. Давайте, пока горяченькая. Зараза. А, зажать блок не получается одновременно с ударами. Вы типа сильнее, что ли, стали? Что за фигня? Ну-ка, ударь меня. Он не на того полез, я же от другого хотел. О, чувак, очки-то надо было снимать перед дракой. Теперь новые придется покупать. О, Роша с ключом бегает. Что, на совращение детей педофилов? Ой. О чем вообще речь идет? Ключик-то твой где? Так. Ну, с мостиков можно просто сбрасывать, насколько я помню. В обход. Даже если вы пошли в обход, то система игры такова, что вы... Чё ты не хватаешь-то их? Нахрен отсюда. Ты нахрен. А почему ты их в другую сторону бросаешь? Ну, не хочешь спрыгивать, значит, разберемся на месте. Да вот, система игры все равно сделана так, что пока вы всех не побьете, вы никуда не пойдете дальше. Ой, твоему другу повезло. Там еще трое, блин.
тут происходит? Нифига у него прыжки в высоту. Так, нам в красную дверь с рубильником. Понятно, понятно. Мышку можно повернуть? А, вон она. Блин, если его коротит всего, и при этом он еще такие приемы совершает, там... Половину суставов до конца жизни загибаться не буду. Что, нам сюда, не сюда? А, нам туда. А чё мы сюда пришли-то? А, вот оно что. Так, друг твой чё там, выпал, не выпал? Я не могу сюда подойти. Так, ну что, а он не выпал, он здесь лежит. Это странно, что четыре человека стоят, просто смотрят на один и тот же кадр, повторяющийся, зацикленный. Был бы не зацикленный, стояло бы шесть. Так, а чё? Чё вы такие стеснительные? Кажется, мы с ним конкретно местами поменялись во время сцены контратаки. Так, вроде всё. Да, блин, не-не-не, давайте-ка уберем вот это, а то сейчас Рошах вообще тут помрет. Да-да, избей его. Прямо подобная фигня в этой игре, конечно, если я с этой стороны. О, блин, здесь тоже самое. Так, это Рошах. Ну давай. This place is enormous. It's a club, a movie studio, and... Who knows what else? I wonder if there are any other places like this in the city. Don't be naive. This vulgar sanctuary is one of many. Так, а мы разве здесь не были? Почему сюда пришли? А, понятно. А сразу типа нельзя было, да? Блин, ну притон-то здоровенный на самом деле. Мы тут полчаса уже бегаем. Ну что, ребят, смешно, да? Сейчас вместе посмеемся. Ого, ну что, вдвоем на одного-то? Так нельзя.
Так, что там мне написано? А, вот. Тут типа миссии по часу или что? Мне определенно и однозначно больше нравится играть за сову. У него больше веселья. Давай, давай, на меня, на меня. Сердце там, походу, запустил по новой. Таким приемом. Че, где все? А че все? О. О, бой с тенью у чувака. Просто. О, нифига себе. Вы откуда взялись? А вот так. Ну ты задолбал. Так интересно, от чего заряд вообще заряжается в принципе, пополняется? Типа если предположить, что стоят какие-нибудь магнитные пластины по всему костюму, и когда двигается сова, у него происходит зарядка. Спина болеть не будет, чувак. Радуйся. Блин, не-не-не, это не то. И это все еще не конец. Прошла у нас загрузка. А, кстати, дерево же диэлектрик. По идее, его не должно бить током. Так, хорош. Опять ты долго. Пошли. Кажется, сейчас будет съемка. Давай по-быстрому, по-быстрому его. Пойдет. Это мне совсем не нравится. Давай. Оп, не успел. Treasure Island.
This must be where they shot that footage you showed me. Да тут вообще следов не видать. Fine movie director. May have something to say about girls' whereabouts. Директор. Violet Green, where is she? Who? I don't know who you're talking about. No, plenty enough. Так он же стекло выпустить может. Damn it, Rorschach! He might have had some information. Powers of observation first to go. Or maybe it's the will to do what needs doing. Maybe she's in here somewhere. Ну нифига себе. Twilight Lady. Should have known. Didn't you? Yeah, in 68. You were out of town on the Schiappone case. She only got out 4 months ago. Remember her last known place of residence? Yeah. Back to the Upper East Side. Hey! There's a couple of masked freaks! Get them! Глава вторая, части второй. Я так полагаю. Ну и проходить мы ее будем уже в следующей серии. А на этом моменте прощаемся с вами.